горцы считали за честь служить вместе в одной дивизии, в одном корпусе. Мы знаем, что воины-горцы высоко держали свою честь. Они всегда уходили с поля боя последними. Это жизнь. Это жизнь. Многие сейчас, конечно, понимают, что это то, к чему надо возвращаться. К историческим нашим традициям, обычаям, лучшим, к самообразованию.